Сегодня мы рассмотрим два средства – акридерм и акридерм ГК. Первый, в составе которого только бета-метазон, назначается врачами, когда ситуация с псориазом не настолько страшная с точки зрения врача. Второй, акридерм ГК, с тремя активными элементами в составе, является уже тяжелой артиллерией, когда псориаз отягощен грибково-бактериальной инфекцией. Говорить об этом будем с Ириной Ермолаевой. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Алексей. Начнем? Начнем. Каждый новоиспеченный больной псориазом моментально заходит в Википедию. И что нам говорит всезнающие Вики? Псориаз – хроническое, неинфекционное, аутоиммунное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу. А мы добавим, в действительности псориаз ни в коем случае не является самостоятельным заболеванием, а возникает только как симптом при хроническом нарушении внутренних эндокринных процессов организма. По последним научным данным, псориаз – это мультифакторное заболевание, то есть полиэтиологическое, с различными причинами возникновения. Главная причина – генетическая предрасположенность. Псориаз характеризуется нарушением пролиферации эпителиальных клеток, то есть нарушением их деления, также нарушением кератинизации клеток и воспалением в дерме. Воспаление обусловлено продукцией Т-лимфоцитов и провоспалительных цитокинов. Да. Акридерм рекомендован пациентам, болеющим псориазом. Сам акридерм довольно дешевый препарат, и обычно его прописывают в начале первых симптомов псориаза. Не потому, что он хорош от псориаза, просто рекомендован, и все тут. Акридерм помогает, с этим нельзя спорить. В большинстве своем пациент после первых использований чувствует облегчение, когда проходит зуд, воспаление, псориатические пятна постепенно отступают. Сказка. И эта первая волна псориаза проходит. Дексаметазоном она заталкивается внутрь организма. При этом дексаметазон повышает гидрокортизон, гормон стресса. Внимание, в 30 раз. И получается, с одной стороны, человека успокоили, потому что убрали кожные псориатические проявления, а с другой стороны, закладывают бомбу замедленного действия, потому что стресс возрастает в 30 раз и никуда не девается. И потом все оборачивается большими проблемами со здоровьем, и псориаз становится хроническим спутником вашей жизни. Псориаз – это и есть хроническое заболевание. Оно никуда не девается, никуда не проходит. Существуют фазы обострения и ремиссии. Какая будет ремиссия, на какой промежуток времени, все зависит от вашего лечения и особенностей вашего организма. Глюкокортикоид, который входит в состав данного крема бета-метазон, относится к классу сильных препаратов. Данный препарат можно принимать ограниченное время. Рекомендуется не более 2 недель. И не наносить на чувствительные кожные участки, такие как лицо и слизистые. Да, их применение уменьшает боль, покраснение, отек в суставах и окружающих тканях. Пока что звучит не так плохо, и даже то, что это синтетика, наверное, тоже не у всех вызовет подозрения. Если упростить, то бета-метазон понижает активность иммунитета, что необходимо при аутоиммунной природе псориаза. Что же получается, когда бета-метазон понижает активность иммунитета? Подавляя синтетическим средством иммунитет, мы именно его подавляем. Нарастает давление, а проблема не решается. Кроме того, что к нему слишком часто развивается привыкание. А для псориаза чревато тем, что каждый рецидив псориаза будет сильнее предыдущего. Раз за разом, пока и синтетические препараты не перестанут помогать. Да, поэтому данные средства, глюкокортикоиды, в частности бета-метазон, применяются только короткими курсами в период обострения для снятия основных симптомов воспаления. Мы всегда настаиваем на полном понимании работы активных компонентов препаратов, которые выбираются для лечения псориаза. И тогда станет понятна задача – исправляем косметику или лечим эндокринную причину псориаза. Покупая лекарство от псориаза Акридерм ГК, вы, по сути, берете соединение 3 активных веществ – бета-метазон, клотримазол, гентамицин. Для обычного человека эти названия могут звучать непонятно, ведь если он лечит псориаз, то какая разница как? Разница чем и разница как есть. Разберем состав. Клотримазол и гентамицин. С этими двумя средствами своя история. Клотримазол является противогрибковым средством, а гентамицин – это антибиотик. Ни тот, ни другой не смогут вылечить аутоиммунное проявление заболевания псориаз.
ни противогрибковые, ни антибиотики не восполнят дефицит питательных веществ, включая такие необходимые при псориазе незаменимые жирные кислоты. По своей сути, оба средства клотримазол и гентамицин – это яды, довольно старые, уже несколько десятилетий известные в медицине. Нельзя забывать, что для противогрибкового средства необходимо сдавать анализы на посев грибка. А врач посылал вас на этот анализ? Или просто так назначил акридерм ГК? Но если у вас нет грибка, как можно наносить противогрибковое средство просто так? Акридерм ГК – это комбинированное средство, которое оказывает противовоспалительное, антибактериальное и противогрибковое действие. Вы правы. Псориаз, на причину псориаза данное средство не действует, но при псориатических заболеваниях появляется раздражение кожи, возникает у пациента зуд, который провоцирует присоединение вторичной инфекции в виде бактериальной флоры или грибковой флоры. Врач по косвенным признакам уже может клинически определить, что здесь присоединилась какая-либо вторичная инфекция, и назначить вам данный препарат на короткий курс, дабы убрать данную патологию. Побочные эффекты бетаметазона в акридерме. В эндокринологической системе выделим стероидный сахарный диабет, в системе обмена веществ гипокальцемию и повышенный распад белков, в центральной нервной системе маниакально-депрессивный психоз, депрессию и паранойю, в сердечно-сосудистой системе аритмии и брадикардию, достанется и пищеварительной, и костно-мышечной системе, и органам чувств. Можно сказать, но и дозировка очень мала, и речь всего о 2 неделях применения. Потерпим. Но зачем? К лечению псориаза нужно подходить комплексно. Если вы травите себя ради мимолетного эффекта, после которого, скорее всего, будет откат к прежнему состоянию, или даже ухудшение состояния пятен псориаза, пожалуйста, подумайте еще. Спасибо, Ирина. Еще раз призываю, лечите псориаз комплексно. Тогда есть вероятность достигнуть полного излечения. А говорили сегодня об акридерме. Использовать ли его при псориазе? Конечно, это ваш выбор. Это ваше здоровье и ваша жизнь. Заботьтесь о себе. Увидимся.